здравствуй, брат мой, Бухмелев. Рад приветствовать тебя. С тобой я, дачный дегустатор. Все горит. Это не страшно. Главное, чтобы был огонь в сердце, правда? Сегодня у нас на обзоре. Это что? А? О, боже мой. Ну, это надо. Кьюти Сарк. Блендер скач виски, виски от Атлантики упозорированный, Кати Сарк, Prohibition Edition. Что это значит? Вообще история формирования, как бы, да, этого бленда, кое с корнями временского закона, когда был создан, да, этот бренд. Здесь конкретно написано, тысяча, здесь не написано, кстати, какой год, но этот бренд... Здравствуйте, доброе утро. Этот бренд поставлялся нелегально в американский рынок. Мы знаем, что сухой закон. Капитаном Биллом Маккоем, чтобы это не значило. Но в честь него, значит, малыми партиями изготавливается сей прекрасный напиток. И в нем 50 оборотов. Хочу заметить. Пробка пахнет замечательно. Такой портерный. Портерная бутылка, да? Не видно, сколько там осталось, это самое главное, как говорится. А цвет. Есть угольные вкрапления, видимо, уголь сыпался в стакаж, но ничего страшного. Нас это не испугает, правда? Здоровее будем. Угольная фильтрация одновременно. Ну, счастья, здоровья, и чтобы член долго стоял. Очень хорошо. Такое. До свидания. Такое. Такой тягучий послевкусие. Блять. Но оно успехом перекрывается нотками такими древесными, дубовыми. Кстати, не сказано, что здесь. В дубовых бочках. Ну, короче, напиток интеллектуала и понимающего. На, у меня сгорел шашлык. Здоровья. Все, пока.